Покупка автомобиля – событие радостное и, как правило, долгожданное. К выбору машины водители подходят со всей ответственностью, пристально изучая множество факторов и составляющих, среди которых не только ходовые качества и внешний вид. Однако часто без внимания в процессе проверки «подходит, не подходит» остается такая немаловажная деталь, как идентификационные номера. Но именно они – гарантия того, что рассматриваемый вами автомобиль не был украден и не числится в угоне. Похищенные автомобильно-транспортные средства, либо нелегально ввезенные на территорию республики, как правило, легализуются через подставных лиц, автомобильные салоны, комиссионные магазины, чаще по поддельным документам с предварительным изменением ценового номера. Мошенники, которые занимаются так называемой перебивкой номеров, постоянно совершенствуют свое мастерство, и зачастую самостоятельно определить подлинность маркировки невозможно. Но специалисты все-таки могут дать несколько полезных советов покупателям автомобилей. Следует обращать внимание не только на техническое состояние самого автомобиля, как это все делают зачастую, но и на его индивидуальную принадлежность, то есть на его идентификационный номер. Также, покупая автомобиль, обращайте внимание на соответствие году выпуска, указанному в документах, и году выпуска на различных деталях и узлах самого автомобиля. Обращайте внимание на состояние лакокрасочного покрытия самого кузова, его цвет внутри и снаружи, лакокрасочное покрытие на маркируемой панели, где наносится рельефное обозначение, нет ли трещин лакокрасочного покрытия, скажем, вздутие, сорность, какие-то посторонние вкрапления. Но будет лучше, если автомобильную проверку вы все-таки доверите специалисту. Только он сможет точно установить, подвергался ли номер изменению, выявить, подлинник это или фальшивка. Такую работу проводят сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз, как по постановлению правоохранительных органов и суда, так и по заявлениям граждан в частном порядке. Если это поступает материал из органов предварительного расследования, то с момента регистрации в нашем подразделении в 30-дневный срок проводится исследование. Ну, как правило, выполняется экспертами быстрее, в течение порядка 20-25 дней. По заявлениям граждан нам предоставляется право проводить исследование. Для исследований этот срок установлен 15 дней. Выбирая автомобиль, помните, в первую очередь от вашей внимательности и бдительности зависит, будет ли покупка успешной. Не пожалев сил, времени и денег на предварительную доскональную проверку железного коня, вы сможете спокойно заключить сделку купли-продажи и в будущем проверять только силу и мощь лошадей под капотом.